Привет, меня зовут Илья Добровольский, и ты смотришь канал «Беги». В связи с тем, что много YouTube-каналов сейчас записывает видео а-ля «Сколько стоит твой шмот», мы и команда «Беги» решили походить по улицам Москвы, найти настоящих гиков и узнать, сколько стоит их гик-шмот. Поехали! Мы находимся в сквере, я тут увидел, у нас тут есть человек, у которого есть рюкзак Бобби. Я думаю, что это как раз тот самый гик, которого мы ищем. Здравствуйте, молодой человек. День добрый. А вы перекусить пересели? Не совсем. А, то есть это не еда? Это не еда. Перчаточки, варежки, Nokia, потому что на улице холодно. Варежки, Nokia. Да, как бы хоть весна, но вы видите, сейчас не очень тепло еще. И они очень теплые, очень клевые. Они очень пошло на вас смотрятся, молодой человек. Блин. Хочешь, подарил? Рюкзак Бобби брал за 8. А варежки Nokia бесплатно? Они бесплатно достаточно. Ребят, варежки Nokia. Сила. Ценная вещь. Наушники Bose 35, 28, но это подарок тоже, так что они достались бесплатно. Клавиатура от iPad. Запечатанная. Человек носит запечатанную клавиатуру. На самом деле я ищу, кому ее загнать. Что-то около 3000. Вот. Так что, короче, если будете смотреть видос, пишите, короче, мне там в Инстаграм, в личку, там в Твиттер, там ссылочка будет, и я вам ее загоню, она клевая очень. Самый лучший в мире провод состоит из 3. Powerbank. Сколько стоит? 1005, не знаю. Харт на 2 ТБ. 1005 тоже стоит. iPad mini 2. 1010, может, меньше даже. Прошка 16 года, без тачбара. 1070-80 стоит. Круто, а что за мобилу носишь? iPhone 10, 64 гига, черный, 1070 плюс-минус, не знаю. У меня еще один телефон есть. Еще один телефон? Конечно. Ношу его с собой на случай, если сядет десятка. Сейчас он стоит, наверное, 1010, если вообще его можно найти. Йотафон? Это же прорывное устройство. Всех хватит снимать. Гики. Это что такое сейчас здесь происходит? Молодой человек. Здрасте. А вы чем тут занимаетесь? Да вот, смотрю видосики в 360 градусах. Да у вас тут спиннер? Ну, разумеется, это современно, модно. Так, давайте я к вам подсяду, разрешите. Мне интересно, какие у вас есть гаджеты и сколько они стоят, если вам, конечно, не стыдно рассказать. Да, конечно, сейчас. О, это мобилочка. Мне вот не хватает, знаешь, вот этого вот, чтобы крутилось вот в руках. Мы это заметили, когда подходили к вам. Да. Ну, в общем, он джелли называется. Вот, кармачек маленький помещается. Че почем? Где-то 5 брал. А спиннер? 100. Нормально. А вот эти вот картонные очечи, с которыми вы смотрели интересные фильмы, узнавательные. Слушай, ну я так вырезал. Стеклышки. Сам. Зорг стекла спилил. Конечно. Я ж программист. Мне иногда скучно, я поэтому достаю свой компьютер на Linux. Знаешь такую операционку, мальчик? Вот еще один компьютер. Это поменьше, ну, чтобы ты понимал. Телефон же есть еще. Во, Motorola. Знаешь такую компанию, мальчик? Она умерла же. Она жива. Смотри, короче, он берет вот так вот. И опа, он какой тоненький. Потрогай. Толстый? Да. Колоночка, кстати, да. Послушайте музончик. Так, ты мне по ценам расскажи сначала. Сколько стоит тот вот огрызок на Linux, который ты мне показал? Огрызок 5, второй 1000. Моторола, которая умерла? 25. Колоночка, двушечка, модуль 3. Еще модули. Крышечка. Еще один. Тоже 2. 4000. Побольше аккумулятор, чтобы прям совсем было хорошо. Вот это толстый уже. Вот это уже толстый. А еще мне все это нужно подзаряжать, короче. Поэтому пауэрбанки. А вот это самый крутой. Кассета, все дела. А ее можно в магнитофон впихнуть? Магнитофоны ломаются, понимаешь? 10, 5, 10, 15. 5, 10. 5, 4, 5. Давай по алфавиту. 4, 5, 10, 20. Вот. Это не по алфавиту, это по возрастанию, чувак. Короче, мне тут сейчас на часы позвонили, я это, пошел. Давай, все. Ладно, я не отвлекаю, увидимся. Да. Молодой человек, здрасте, можно вас отвлечь на секундочку? Да. Вы едите фрутоняню, вы играете в Тетрис. Ну, 2К18, пора вспоминать дедов. У вас тамагочи на... Это мой талисман. Дело в том, что мы сейчас собираем мнение людей и ищем, собственно, гиков и спрашиваем. Подожди, дай уровень закончить. Да. Ладно. Я из-за тебя проиграл. Ну, Тетрис это ретро. Оригинальный Тетрис, как у меня. А у вас оригинал? Конечно. У вас еще и PSP. Ну, да? Надо быть готовым ко всему, если вдруг Тетрис сядет. Что-то FPS мало. Да, проседает. Не графен. Но мне кажется, сейчас за косарик где-нибудь на Авито ее можно... О, у нее есть камера, прикинь. Я смотрю, у вас еще значок висит. Вы гик-патриот? Живу в стране возможностей. Я голосовал два раза. Это мой главный гаджет. Это 7-й iPhone в кожаном чехле от Apple. Стоил он порядка 45 тысяч, когда я его брал. Ну, кожаный чехол где-то 4-7 тысяч стоит. Ну, смотря где брать. Вот, надо брать в хороших магазинах. У меня в рюкзаке есть пару штучек интересных. Но для этого
надо, наверное, куда-то присесть, чтобы показать. Ну, пойдемте присядем, покажете. Ну, давайте тут присядем. Вот. Так, ладно, вижу, у вас стильный модный рюкзачок. Рюкзак лимитированной коллекции с выставки Vivo. Что же у меня в сумочке? Презервативы, это понятно. Да, это тоже не нужно. Карта Лукойла я возьму и тройку. Главное, спасибо. Что нужно гику, это энергетики. 2, 3, 10, много, на, держи тебе. Да. Мне это надо выпить. Вот. В рюкзак. Просроченный. Не, ну правда просроченный, ну действительно, я не он могу. Просто не холодный. А вот смотрите, какой у меня есть классный пин. Робот-андроид, девушка, сноубордист. Как ты поняли, что это девушка? У нее косички. Вы знаете, в современном обществе косички есть не только у девушек. Не понаслышке. Банка Red Bull стоит где-то 90 рублей, 200, то бишь 180. Счастье, здоровье. Смотрите, помимо рюкзака, у меня есть сумка. Это очень полезная сумка от Xiaomi. Рюкзак в рюкзаке? Матрешка. Мы живем все-таки в России. Все-таки в России, я помню, да. У меня здесь наклейки с Алиэкспресса. В почтовом пакете. Несколько комплектов, чтобы обклеить MacBook, который я когда-нибудь себе куплю. Каждому гику нужен усилитель сигнала Wi-Fi. iPod, чтобы слушать музыку. Какие-то заговоренные AirPods. Сколько стоит комплект? Плеер, ну... Минус плеер. Да. Наушники стоят где-то порядка 12 тысяч рублей. Очень классные, качественные. Всем советую. Apple все-таки. Ну. Jabon, это считает мои калории. Это Mi Band, он тоже считает мои калории. А это очень качественные и хорошие часы. Они считают время. Они считают время, да. Это главное, что они должны делать. Их самое важное. Ждать не буду. Не надо. Очень хорошие. А сколько стоит часы? Мне кажется, порядка 4000-5000 рублей. Потом запасной телефон. Без него в наше время никуда. iPhone 5s, это, можно сказать, ретро. Это старье. Кстати говоря, о просроченных вещах. Это последняя вещь у меня в комплекте. iPad мини первого поколения. Он у меня с собой для того, чтобы резать на нем помидорчики, ну там полезные еды. У меня мама так делает. Очень полезно. Я специально маме купил для этого Air 2. Тема. Еще одни Bluetooth наушники. Это Beats Studio 2. Да, да, да. Стоит порядка 20 тысяч рублей. А iPad? Сейчас, мне кажется, 1004. Продаю. Куда же гику без батареи? Коллекционные батарейки от Xiaomi. Мы встречаем первого гика, который носит не переносные аккумуляторы, а именно батарейки. Почему? Знаете, Тетрис в Tamagotchi. Вы часто пользуетесь? Ну, Tamagotchi, он не рабочий. Это больше напоминание о том детстве, которое прожил с ним. Мечтал о животном, хотел кошечку, собачку. Они подыхали как суки. Это жизнь, это Россия. Tamagotchi. Здравствуйте. Простите, я сегодня не фоткаюсь. Сколько стоят ваши гаджеты и что у вас вообще есть из гаджетов? Спица. Наушники Meizu P52, iPhone X в премиум чехле. Видите, какой премиум? Вообще он быстро царапается. Премиум чехол. Второй телефон. Это OnePlus 3. OnePlus стоил 35 тысяч, по-моему. 35 тысяч. То есть в 3 раза дешевле. Да, и при том он до сих пор неплох. Еще доешьте кусочек, я не могу на него смотреть. Извините, пожалуйста. Жека Сенин. Салат и Жека Сенин. Аслат. Спасибо, вы классные. Короче, чувак в бургерной узнал и подогнал вот такой вот кошелечек. Волшебная сумочка. Кстати, она самая маленькая из... Зачем вам? Я все время, когда прихожу к людям, у которых есть Сонька, приношу свой джойстик, потому что, ну, это же не гигиенично трогать чужие джойстики. Я правильно понимаю, что... Я понял, да, сумка для джойстика. И сколько стоит джойстик? 3500 рублей, по-моему, стоил, когда я его брал. Это эксклюзивный Gran Turismo джойстик. Ненавижу эту игру, просто... Кто не любит Gran Turismo, у того большая клизма. Еще у меня есть волшебный пакет из Dixie, в котором я вынужден таскать то, что в нем. В нем еще один пакет. Мы живем в России, не забывайте. Да. Матрешка. И здесь есть моя любимая колонка. Bose SoundLink Mini 2. 20 что-то там тысяч. У меня есть рюкзак Xiaomi, это 2500. У меня есть рюкзак Bobby. Dixie вы вложили в интертоп, который вы вложили в став. Да. Который находится на Украине. В. Мне кажется, вижу Эйдена Пирса. Это вы Эйден Пирс? Я лучше, чем Эйден Пирс, я просто Иван. А какая у вас классная селфи-палка? Да, это инновационная селфи-палка специально для супергиков от активного гражданина, что очень важно. А что нужно было сделать, чтобы ее получить? Нужно быть активным гражданином, как Эйден Пирс. Так, у меня есть дешманский Apple Watch, которые стилизованы под дорогие Apple Watch. Первая серия, спортивная версия, крутым чехлом с AliExpress и миланской китайской петлей. Ты сделал из обычных Apple Watch китайский. А то, смотрите-ка, у нас тут знакомый персонаж, я смотрю, в машине сидит. Здравствуйте! Здрасте! А раз мы вас поймали в машине, может, у
вас в машине что-нибудь из гаджетов еще осталось? Да, да, осталось. У меня вот умная лампа от Xiaomi. А вы используете ее в машине? А почему бы и нет? Смотрите, какая она классная. Стоит недорого, порядка 3000. Смотрите, как светится. Ну все, мне пора работать. Если вам понравилось это видео, нажимайте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.